Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему. Долгу верховного правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но памятуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Я прибыл сюда не для того, чтобы выслушивать ваши доклады. Блин, даже... Сюда, тулуп. Отставить. Где конница? Она должна была зайти с фланга в тыл красным. Успешно проведенной операции. Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Не знаю, как быть. Офицеры батареи обратились ко мне с просьбой присвоить ей звание Капелевская отдельная конно-артиллерийская батарея. Я не член императорской фамилии, чтобы моим именем при жизни назывались воинские части. Высокопревосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль.
Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Еще не корову без вас. Благодарю. Подождите. Вот этого я не ожидал. Прошу. Благодарю. Примите. Офицеры и солдаты русской армии, дамы и господа, взяты Пермь, Екатеринбург, Елабуга, да всего сотня верст отделяет нас от армии Деникина, соединившись с которым мы двинемся на Москву! Да поможет нам Бог. Все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся, но здесь перебьют. Да будем в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Господа офицеры! Солдаты! Братцы! Патронов нам ждать неоткуда! Да и черт с ними! С нами Бог! А с Богом и с молитвой мы всегда врага били и будем бить! На все воля Божья! Рассуждено умереть, так умрем с честью! Или грудь в крестах, или голова в кустах! За веру! За отечество! В штыковую! Вперед! Примкнуть штыки! Примкнуть штыки! Примкнуть штыки! Первое отделение! Владимир Роскович, вам нельзя! Вы командующий за вами армия! Музыканты! Музыку живо! Музыку, я сказал! Музыканты! Вперед!
Христа. Все один народ православный. Господь их краски не мазал. Надеюсь, Господь простит нам эти жертвы. За нашу любовь к Родине. Ступайте. Слушаюсь.